посмотрите, посмотрите сначала, как краски сохранились до наших времен. Вот это люди, которые они не оплатили налоги. Нельзя трогать Алексея. Понял? Нельзя трогать Евгения. Вот это люди, которые не оплатили налоги. Вот это как полиция, солдаты, вот это суд, окей, держит их за шею. Вот здесь тоже вот рисунки показывают репал, окей. У них всегда гребники, конечно, самая популярная рыба это тилапия или тилапия. Тилапия, да, и еще рыба кефаль. Это сигур тоже у нас очень популярная рыба. Очень вкусная рыба. Да, да. Все эти рассказывают о рыбалке, о пичной жизни. Древних египтян. Все это перед вами, посмотрите, это было сделано 5000 лет назад. Вот как. Возьмите сюда. Папирус. Это все рисунки тоже. Рассказывайте. Вот мы здесь видим водоем. Как мы узнали, что это, кстати, вот этот, все эти рисунки, это было во время, когда был разлив Ниль, и потом вода возвращалась еще раз, осталось что водоем. Понимаете меня? Водоем. Как мы узнали, вот мы видим, что маленькие, вот разные рыбки, крокодил. Окей. Здесь тоже очень красивое изображение. Вот два пипу. Хиппо. Они ссорятся. Окей. Водоемы. Когда вода очень мелкая. Очень мелкая. Поэтому разные вот морские обитатели. Вот они ссорятся здесь. А если здесь вот одна рожает, и крокодил ждет. Кушать. Хочет кушать его сына или ребенок. Окей. Это все эти показывают репарки. Вот это, конечно, царица идут, которая была похоронена здесь, она держит лотос вот, в руках. Опять рисунки показывают люди, которые не оплатили налоги. Это краски, которые сохранились с того времени? Да, сохранились со времен фараона до наших времен, до сих пор. А из чего делали краски? Это может быть камень, розовый гранит, сделали в порошок. И говорят, что добавили мед, и добавили вот это яйца, яйца сделали в порошок. Да. Вот посмотрите здесь, вот показывают, как эти люди, они принесли курбан или жертвоприношение, вот царицы. Давайте сюда. Вот здесь посмотрите, они нам показывают, как они брали, как они вот этот косточек хотели только отрезить и подарить цариц. Вот посмотрите, сколько групп. Вот эта первая группа, которую контролировали, окей, с веревками. Потом здесь вторая группа. Вот посмотрите, здесь мужчина стоит на что? На рог. Да, окей. И потом вот уже сейчас под контролем 100%. Вот если мы посмотрим по очереди, в конце концов мы видим вот уже достали, перезабрали вот эту маленькую часть. Ага, уже нога, да? Да, уже нога. А все это петиции вот для царицы, которая вот сидит. Видите? Вот это стул, где вот жертвоприношение вот этот поставил. Это ложная дверь, да? Что? Это ложный дверь. Ложный дверь, они говорили, что душа возвращается через этот ложный, не настоящий дверь и пересылается сюда, через этот дверь. Все эти надписи, конечно, это книги мертвых, как правило у нас, это защищает ее в загробный мир.